Здравствуйте. Устанавливается ваша личность. 1988 года в городе Бугуруслане Оренбургской области. Какое у вас гражданство? Россия. Русским языком владеете? Владею. Переводчики нуждаетесь? Нет, не нуждаюсь. Какое у вас образование? Высшее. Семейное положение? Женат. Имеете ли вы на иждивении несовершеннолетних или малолетних детей? Да, несовершеннолетних и малолетних детей. Двое. У вас двое детей. Да. Скажите, пожалуйста, год рождения детей. 2021 год младший ребенок, 2015 год старший ребенок. Ранее вы судимы? Нет. Когда вас задержали? В субботу. Дату, пожалуйста. 4 сентября, по-моему, не могу тебе. Нет. В порядке статьи 91-92 УПК РФ по данному уголовному делу вы задержаны? Не задерживался. Есть ходатайство о допросе по личности Туматова Тазиевой Лейлы Маратовны, проживающей в соседней квартире. И второе ходатайство запретить видеосъемку судебного заседания в связи с тем, что будут озвучены персональные данные свидетеля. По двум ходатайствам мнение защитника. Какая это защитника? Я поддерживаю. Мнение обвиняемого. Поддерживаю. Мнение прокурора. Уважаемый суд, я считаю, что ходатайство необоснованно, потому что... Ну, по поводу допроса. Я по поводу допроса, да, по поводу допроса. Ну, потому что, значит, в качестве свидетеля в настоящее время оснований нет, значит, запрашивать кого-либо. Характеризующий материал собран, он имеется в материалах. Свидетели в судебном ходатайстве суд отказаны. Характеризующий материал. Куда угодно. Давайте.